Уважаемые коллеги, дорогие пациенты, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент Российского общества сомнологов, заведующий Центром медицины сна клинического санатория Барвиха. Я уже более 20 лет занимаюсь диагностикой и лечением храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о одном из осложнений CPAP-терапии. Это метод лечения умеренных и тяжелых степеней апноэ сна, когда человек спит со специальным прибором, который ему помогает дышать во сне. Так вот, иногда, когда человек начинает лечиться с прибором, он начинает жаловаться на какие-то болезненные ощущения в шее, в позвоночнике, радикулярные боли, где-то что-то давит, где-то что-то неудобно. То есть фактически у человека начинают проявляться какие-то проблемы, связанные с остеохондрозом, с радикулитом и так далее. Почему это может быть? Дело в том, что когда у человека умеренная или тяжелая степень синдрома обструктивного апноэ сна, у него очень беспокойный сон. Человек постоянно вертится в постели, он переворачивается с бока на бок, он встает помочиться несколько раз за ночь. То есть он все время находится в таком несколько хаотическом движении. А движение само по себе способствует тому, что человек, даже если в какой-то неудобной позе лежит и что-то где-то потенциально может так отлежать себе, особенно у пациентов с избыточной массой тела, он постоянно эту позу меняет. А когда мы начинаем CPAP-терапию, человек может лечь в одну позу и до утра так и проспать, вообще ее не поменяв. Потому что будет очень глубокий сон, фактически рикошет глубоких стадий сна, и организм не будет шевелиться, человек не будет шевелиться. И он может проснуться фактически с радикулитом, отлежав себе руку, или где-то межреберные какие-то дела, или, допустим, шея может заболеть, или вот фактически любая часть тела может беспокоить человека просто банально из-за того, что он ее отлежал. А в этой ситуации что можно предпринимать? Когда мы инициируем лечение у нас в Центре медицины сна санатория Барвиха, у нас фактически есть такое правило, что медсестра должна пойти и каждые 2 часа человека перевернуть. То есть он должен поменять позу. Конечно, дома это сложно предпринять, если человек сам инициирует лечение в домашних условиях. Но, может быть, это и не то, чтобы чересчур частое осложнение и нужно по этому поводу беспокоиться. Но все-таки, если у вас начались какие-то неприятности с костно-суставным аппаратом или с какими-то мышечными или неврологическими болями, то первое, нужно обратить на матрас, на котором вы спите. Он должен быть комфортным, ортопедическим и желательно мягким. Ну, по крайней мере, ниже среднего. Именно в этой ситуации матрас будет повторять ваши контуры тела. И даже если поза будет не очень удобной, то вы не отлежите себе какие-то части тела. А если матрас жесткий или вообще неудобный, или какой-нибудь диван вообще, который не имеет никаких ортопедических свойств, да, особенно у пациента с избыточной массой тела могут быть проблемы с тем, что он что-то себе отлежит. Что касается шеи и головы. Дело в том, что если у пациента неудобная подушка, и у него голова как-то смещена и постоянно лежит в неудобной позе, и он так проспит всю ночь, да, он тоже может проснуться с шейным радикулитом. В этой ситуации желательно применять контурные подушки с утолщением под шеей, чтобы голова лежала максимально параллельно туловищу. То есть использовать тоже анатомические, ортопедические подушки. Да, конечно, можно проконсультироваться с неврологом, да, по стандартной процедуре пролечить радикулит или какие-то костно-суставные проблемы. Главное в этой ситуации обеспечить комфортный ортопедический матрас, мягкий или полумягкий, и удобную ортопедическую подушку. Это может позволить решить большинство проблем, связанных с тем, что сон становится спокойнее, и человек может себе что-то отлежать на фоне CPAP-терапии. Всем вам пожелаю здорового сна, чтобы не случался радикулит на фоне CPAP-терапии, и чтобы вы себя бодро чувствовали утром и встречали с радостью новый наступающий день. Удачи, всего хорошего. С вами был Бузунов Роман Вячеславович.